Здравствуйте. Такая задача. Ярик в два раза старше своего брата Пети, а Пете 4 года. Ярик в два раза старше брата Пети, то есть Ярику в два раза больше, чем 4. А Таня в три раза старше Ярика. Вопрос, сколько лет Тане и Ярику? Давайте мы с вами это перепишем. Итак, Пете 4 года. Ярик в два раза старше своего брата Пети. Давайте запишем это желтым цветом. Ярик старше брата в два раза. В два раза это то же самое, что умножить на 2. А брату 4, как сказано в условии задачи. Значит, возраст Ярика 2 умножить на 4. И если вы знаете таблицу умножения, то вы знаете, что 2жды 4, так же как и 4жды 2, равно 8. То есть 2 Петиных возраста. 4 плюс 4 равно 8. Значит, Ярику 8 лет. Также у нас спрашивают о возрасте Тани. Давайте запишем Таня. Таня в 3 раза старше Ярика. И мы уже посчитали, что Ярику 8 лет. И снова, если вы знаете таблицу умножения, а я думаю, что вы должны ее знать, ведь таблица умножения – это основа математики, она очень-очень упрощает все подсчеты вам. Но если вы не знаете, вы можете просто сложить 3 восьмерки. 8 плюс 8 плюс 8. 8 плюс 8 – 16. 16 плюс 8 – 24. Значит, 3жды 8 – это 24. И вот ответ нашей задачи. Пете 4, Ярику 8, а Тане 24 года. Вот и все. До новых встреч!